С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 29 января, день мобилизации против угрозы ядерной войны. Он отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. Согласитесь, что в последнее время это более чем актуально. А те, кто появились на свет в этот день, 1036 год, в этот мир приходит китайский поэт-художник Су Ши. Он также политический деятель и классик китайской лирической поэзии. «Лишь добрался до этого края, ветер дунул и дождь закапал. Одинокий скиталец, найду ли я пристанище в мире большом? Мне достать бы облако с неба, надеть бы его как шляпу. Мне б землею себя укутать, как простым дорожным плащом». 1700 год. В этот мир приходит Даниил Бернули, швейцарский ученый и математик. А в 1860 году рождается Антон Павлович Чехов, русский писатель, новеллист и драматург. Вот только несколько цитат из всемирно известных произведений. «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить. Степь. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее, чайка. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима, три сестры». Ну и, конечно же, в человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Дядя Ваня. 1866 год. День рождения Ромена Ролана, французского писателя. Мировую известность Нобелевскому лауреату по литературе приносит многотомный роман «Жан Кристоф», написанный им под влиянием монументальной эпопеи Толстого «Война и мир». Роман переведен на десятки языков, а прототипом произведения становится никто иной, как Бетховен. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1547 год. В Москве венчан на царство Иван Грозный. После торжественного богослужения в Успенском соборе в Кремле митрополит Макарий возложил на его голову шапку мономаха – символ царской власти. Официальные летописи изображали дело так, будто 16-летний юноша по собственному почину решил короноваться шапкой мономаха и принять царский титул. Митрополит и бояре, узнав о намерениях государя, заплакали от радости, и все было решено. В действительности инициатива коронации принадлежала не Ивану, а тем людям, которые, как это бывает, правили его именем, то есть самим боярам. 1676 год. Начало царствования Федора Алексеевича. Он отменил обычай местничества, которое приносило большой вред, так как приходилось назначать на высокие места по знатности рода, а не по заслугам и способностям. 1710 год. Указ об официальном введении русского гражданского алфавита. Церковь продолжает пользоваться старославянским алфавитом. И так продолжается до сих пор. 1833 год. В Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта. Интересно, насколько быстро она тогда работала по тем временам. 1886 год. Запатентован первый успешный бензиноуправляемый автомобиль, построенный Карлом Бенцем. А в 1919 году Конгрессом США принята 18-я поправка Конституции. Она запрещает производство, перевозку и продажу спиртных напитков. Ну, естественно, речь идет о знаменитом американском сухом законе. А в 1920 году у нас, в России, декрет Совнаркома о введении трудовой повинности. В Англии в 1927 году впервые появляется отель с ванными комнатами. Те, кто сегодня часто путешествует, а значит пользуется в интернете сайтами, предлагающими аренду жилья, четко знают основную разницу между словосочетаниями «собственная» или «общая ванная комната». 1932 год. На Горьковском заводе рождается полуторка. Первый грузовой автомобиль ГАЗ-АА. Образцом послужил американский грузовик Ford модели АА образца 1930 года, но потом существенно переделан нашими проектировщиками. Он был самым массовым грузовиком, да и вообще автомобилем в предвоенном СССР и в Красной армии. Судите сами, свыше 150 тысяч машин на 20 июня 1941 года. 2000-й. В казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выигрывает 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит».
крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах. И все-таки я не советую вам испытывать с помощью автоматов свою судьбу, тем более, что они у нас запрещены. Ну и последнее. 29 января 1820 год. Русская кругосветная экспедиция на шлюпах открывает Антарктиду. На поиски южного материка из Кронштадта вышли шлюпы «Восток» и «Мирный» под командой капитана второго ранга Фадея Фадеевича Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Петровича Лазарева. Из-за преграждавших путь льдов подойти к берегам было невозможно. Русские моряки отметили все признаки земли и продолжили плавание. Так скромно и неприметно и произошло открытие Антарктиды, шестого материка земного шара. Кажется, что нашим современникам вряд ли удастся сегодня открыть что-то новое. Но если постараться, то есть возможность вписать свое собственное имя в историю, чего и вам желаем. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».